Да, действительно, она умерла в первый нерабочий день. Наверное, что-то символическое в этом есть. Раиса Коркина до последнего дня была со своей родной гимназией. В возрасте 82 лет учитель должен был уйти на заслуженный отдых. Однако в первый же нерабочий день Раиса Андреевна умерла. Трудоголик – человек, который вырастил более 200 победителей и призеров Олимпиад по химии. Свой педагогический путь Раиса Андреевна начала еще в 1965 году. И вот уже более 40 лет в Барнаульской гимназии номер 22. Она обладала каким-то особым даром. Находить талантливых детей, вот она их с 5 класса буквально находила, и дальше она могла их вовлекать в творческую научную деятельность, и она была у них непререкаемый авторитет. В 2012-м она первой в Алтайском крае получила звание «Народный учитель Российской Федерации». Лучшие ученики Раисы Коркиной получили право внеконкурсного поступления в МГУ. Именно при Раисе Андреевне в гимназии открыли химическую воскресную школу. Сегодня близкие ученики и коллеги провожают любимого учителя. Она и к нам, к своим коллегам относилась очень так же, как к детям. Мы были окружены заботой, она решала наши какие-то мелкие проблемы, которые были, например, не в нашей компетенции. И с ней было очень комфортно всегда жить. Понимал, что ты всегда под охраной. 35 лет в этом году. В августе исполнилось бы 35 лет, как мы вместе с ней работали. Это человек, который для истории нашего города, для истории гимназии, он неповторим. К счастью, Раиса Андреевна еще успела узнать, что недавно один из ее лучших учеников защитил докторскую в Австралийском университете. Новость о смерти любимого учителя встретила бывших учеников в разных частях мира. Раиса Андреевна Куркина, она преподавала еще у моего супруга. Потом так получилось, что Кирилл, мой сын, попал к ней. Сейчас он находится в Англии, в научно-исследовательском центре имени Джона Инса. И вот вчера, когда я ему позвонила, это в Норридже, в Англии, графство Норфолк. И он, когда это узнал, пошел искать православную церковь, нашел ее и заказал панихиду. По словам коллег, Раиса Андреевна всегда переживала не только за учебу, но и за личную жизнь своих учеников. Этот учебный год они встретят уже без своего наставника. Ирина Корчагина, Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.